Всем привет, народ! С вами Оракул Вечность, и я хочу вам показать один очень такой неоднозначный бой. Тяжелый бой получился для меня. Здесь у меня слева мой состав, справа состав соперника, парня. Сначала он, конечно, состав не вызывает ничего необычного, никаких подозрений. Ник парня Сига Сигма. Однако, как только я попытался набрать этот состав, меня выписали минус 1190 монет. То есть парень использовал легионеров-ветеранов из дополнения Цезарь в Галлии. Что ж, давайте теперь перейдем тогда в саму игру непосредственно и посмотрим на этот бой. Смотреть повтор. Здесь мы видим его состав, да, 4 всадника, 2 слона, 3 гастата, союзные гастаты, 2 отряда. 7 отрядов легионеров-ветеранов. Ну, пусть тут союзные легионеры-ветераны, раз уж они такие дешевые. Мой состав, ну, вполне типичный, обычный, который я беру за Тилу против Рима. То есть это воины племен в большом довольно количестве, в размере 9, по-моему, или 8 отрядов, 8 отрядов, да. И присягнувшие, стоящие наряду с воинами племен. Здесь у меня кельтские воины, здесь у меня крестьяне-новобранцы. Расположение. У него уже огромная линия легионеров-ветеранов идет. Дальше легкая пехота, и после этого здесь уже на правом фланге слоны с конницей. На левом фланге то же самое, слоны с конницей. Ну, на правом и левом для меня. Вообще, стоило мне сделать как? Весь тот же маневр мне стоило проделать лучше бы, наверное, в правую сторону, так как он начал двигаться сюда, да, но всему мы все равно всему чему-то мы учимся, чему-то даже я сейчас пока что учусь, вот, поэтому не судить строго, то есть тактических ошибок здесь, получается, у меня будет две. Давайте ускорим, посмотрим. Вот он начинает обходить кавалерии и слонами, как-то размещать их больше на фланг. Да, и здесь я принимаю решение бежать вот в эту сторону. То есть я, смотрите, смещаю из вот такого положения, вот в такое положение смещаю отряды, чтобы его атаковать. Вот я начинаю атаковать. К сожалению, здесь натиск пройдет очень сбито, практически не пройдет, потому что этот отряд у меня будет перехвачен, смотрите, этот отряд улетит, и вот присягнувший здесь. Остальные все отряды, вон, влетают он конницей в меня, то есть сразу уже я несу потери, 53-51. Смотрел. Ага. Он, видите, не знает, как работают навыки его отрядов, поэтому легатом включает быстрее. И второе дыхание, и ритм боя отряду. Хотя, в принципе, здесь легионеры уже измотаны из-за того, что они бегали долго. Измотаны. Да, в принципе, может быть, и знает тогда, может быть, он правильно сделал. Здесь слоны. Смотрите, здесь выходят слоны. Там он отряда только выбрасывает на меня. Кидают пилумы. Вот, летят первые пилумы в слонов, одного слона сметают, вторые пилумы бьют по слонам, кельты вбегают в слонов, начинают их топтать, кельты слонов, а не слоны кельтов, убивают слонов, 9, 8, погибают слоны, здесь происходит еще одно столкновение, вывожу я присягнувших, так как они в полу-полу-бою, пытаюсь привести сюда, атаковать либо сюда, либо сюда, либо генералы, здесь он меня конницы свои сметает дальше. Кельтов я отвел как-то, чтобы они... А, напал на конницу кельтами, потому что она била меня в тыл. Здесь происходит столкновение. И здесь, смотрите, я допускаю тактическую ошибку. Этот отряд выступает вперед. Мне нужно было в дальнейшем, я его попытаюсь кинуть сюда, натиск осуществить, но все это будет неправильно даже. Нужно мне было гнуть этот фронт вот сюда. То есть план гнуть направо. Чтобы затянуть как можно больше битву на правом фланге здесь. Но я обычно смотрю всегда отсюда. Здесь же там я добиваю его слонов, своей кавалерии. Вот они метают пилумы. Здесь же что происходит? Конница нападает на моих застрельщиков. Но не тех застрельщиков выбрала конница. Смотрите, они тают прямо на глазах. Убили всего лишь 9 застрельщиков. Это же фракийские пыльтасты. Фракийские пыльтасты режут у меня здесь всадников, которые прошли ко мне с тыла. Погибает отряд воинов племен, который сражался сразу против двух отрядов легионеров-ветеранов. Но, тем не менее, хорошо он им достается от присягнувших. Присягнувшие сами что-то начинают уже вон таять. Измотанные, да. Включи им поражение теперь. Так. Не пропустить бы самое важное. Вот здесь вторая конница в меня влетает. Здесь я, свои кавалерии пытаюсь как-то штурмовать, тоже расстрелять их. Кидаю копейщиков. Здесь дрожат гастаты. Здесь я кидаю... крестьян-новобранцев, которые летят в слонов и бьют их пилумами, смотрите. Оп, залп пилумов. Одного слона свалили, слоны остановились. Нужно мне было их тоже остановить. Здесь отряд сражается с гастатами.
пацаны начинают топтать крестьян новобранцев, он бой затягивается, завязывается. Здесь он протаскивает кавалерию через мои ряды, бьет, пытается потащить кавалерию сквозь все отряды. У меня остаются, конечно же, плитасты, еще 106, 73. Здесь он топчет моих воинов племен. Здесь воины племен я попытался кинуть пилумы, но они даже не кинули пилумы, но слабенько. Быстрее я им включаю защиту, то есть все равно не успели они в нее толком залезть, но отряд благодаря этому поживет подольше. Здесь воины племен, их будут бить гастаты сейчас. Тут я кидаю отряды, посягнувшим снова врубаю охоту за головой. Нет, от второго дыхания нет, вот за головой, я что-то заметил, бля. Да, кельтских воинов на генерала, генерал с ним расправляется, да, он сбивает у них всех, а на кельтском воину. Дрожит у меня здесь отряд воинов племен, бежит скоро слоны его топчут. Стреляю я кельтами, считая все снаряды, пытаюсь все убегает мои воины племен. Здесь я перевожу свою кавалерию сюда, в эту сторону, у него выбегает его кавалерия, которую он протаскивал активно через мои ряды, все эти остатки недобитые. Слоны в бешенстве, остается два слона всего лишь. Здесь, смотрите, кстати, да, не успел показать вам, потом только заметил, он протащил отряд легионеров сквозь моих воинов племен, и тем самым я наказал его, я и плитастов кинул в бой, и крестьян новобранцев кинул в ближний бой с ним. Здесь атакуют воинов племен еще с двух сторон, как и легионерами, так и генералом. Присягнувшие у меня тоже здесь дерутся, вон добивают легионеров-ветеранов. И вот здесь с двух сторон атакованы легионеры-ветераны. Бьет моя конница в тыл соперника. Тут дерутся с гастатами, по-моему, да, с гастатами дерутся такие пыльтасты. Слонов вон сваливают последних. Убили, все, последний слон остается. Здесь бегают еще те самые воины племен, которые вошли в стену щитов. Смотрите, насколько хорошая стена щитов, что это один отряд, который выжил. Это отряд, который выжил, да, даже и то не вовремя включил стену щитов. Я здесь разбивают мою конницу, своей конницы пытаюсь я угонять. Всадники здесь бегают до сих пор еще. Копейщики. Бежит он генералом, но догоняют мои пилумы, мои копья его генерала, мои дротики. Здесь легионеры-ветераны дрожат. Непонятно еще прям даже, кто победит, потому что вроде его силы и мои. Есть здесь расклад в мою пользу уже, потому что у него кончились ветераны, у меня еще присягнувшие остались. У него осталась одна легкая пехота. Здесь вон кидает он свою кавалерию на моих пальтастов. Пальтасты умудряются еще свалить, еще помогает воины племен. Все, кавалерия дрожит. Тем не менее, он успевает удариться кавалерии в солдат моих. Воины племен подбегают. Здесь что? Копейщики, крестьяне-новобранцы догоняют союзных гастатов. Позже атакуют этих, это отряд союзных гастатов, или союзных гастатов, уже идут в штурм. Успеваю я здесь, смотрите, вот все, я прям в последний момент всегда успеваю, когда вижу, перекинуть ребят на гастатов, чтобы тоже осуществили натиск. Мои измотанные, что его очень уставшие уже. Генерала он на меня отправляет. Мы всех перебраться, крестьяне новобранцы, но тут нет, уже добивать не крестьяне новобранцы. Гастатов делает свежими, очень уставшие эти свежие. И все, здесь, то есть, уже подходят мои присягнувшие. Во-первых, они пытаются кинуть копья, ничего не кидают, вон, еле-еле кинули, да. Сталкиваются с отрядом, начинают нарезать, включая я им охоту за головами, 262, 263, и все. Я даже не успею уже здесь включить второе дыхание, потому что на этом бой где-то и закончится, 38 секунд. Дрожат мои отряды, вон, начинают дрожать его отряды, атаковал я их с тыла везде, дрожит генерал, и все. Такой вот бой, и только после этого, когда я даже не в этом меню, то есть посмотрел я на потерю, а думаю, блин, сильно парень сыграл, то есть я еще две тактических ошибки допустил, одну только сегодня заметил, то есть нужно мне было вначале на правый фронт двигать, а не на левый, он перемещаться начал, это было мне только на руку, не успел прям так вовремя среагировать, ну потому что уже ночь была, я играл ночью, был сонный, вот, потери вы все видите, то есть, и вот только после этого я зашел в обычные битвы. Где битву, то есть снова я сделал, то есть создал игру. Вот. Он. Да, я вышел из комнаты, создал игру. И посмотрел на этот состав. Вот он, минус 1190. После этого этот игрок опять ко мне заходит сюда, когда я создал заново комнату. И начинает пытаться, тоже берет рим. Вот, я ему говорю, без читов, научиться. Вот.
Он мне ничего не отвечает. На это я беру вот этих вот наркоманов, где они тут у меня сохранены. На это я ставлю у себя вот здесь. Даже не беру, а просто ставлю у себя вот такой вот значок. Где же вы, боже мой? Вот они, наркоманы. Берсерки по 160 численностью количества. Просто ставлю такой значок, загружаю, и он на этом выходит. То есть, все. Так наша с ним стычка закончилась. А дополнение, которое он использовал, он нагличил, видимо, из Цезаря в Галлии, да, вот отсюда. Именно легионеров, которые стоят 680, вот они, стоимостью как принципы. То есть, если весь этот состав переиначить, обратно в нормальный вид, к нормальному виду привести. Ну, в принципе, я брал, просто нужно было нанять 7 принципов тогда. И... В общем, вы все поняли, ладно, ребят, на этом все, видео заканчиваю. Подписывайтесь на канал, да, вас смотрит 400 человек, поэтому подписывайтесь на канал, это у вас всего лишь 170, у меня или 150. Залетайте в Дискорд, будем играть. Следите, кстати, в Дискорде, да, ребят. В Дискорде у нас есть и черный список таких игроков, чтобы они вас не обманывали в сетевых битвах. И потенциальные соперники, есть другие игроки, то есть с кем я сыграл, с кем наши ребята сыграли, туда мы выкидываем составы, то есть этих игроков. Тот же самый Пиктавия, по-моему, там даже есть. Ну, сейчас я не буду с ним играть. На этом все, парни. Счастливо. До следующего видео.